точката на довесе на човека, му давам посока надолу и нагоре. Това да прави внимание. Тоест е подошло, да, здесь провернул, у него, видите, уже пошел вверх. Здесь я провернул сюда, он уже повернулся. То есть за счет проворота кистей я даю направление векторам силы. Векторы на силы и направление на него сознание, на когда говорим. Поэтому, когда мы наносим удар, когда у нас имеет удар, кисть идет вниз и удар под 45, да, вниз. Да, когда у нас имеет удар, гланта и надолу и ударяем винаги по 45 градусов. А когда я хочу снять с опор противника, когда искам да сваля опор, я проворачиваю вецето, кисть, обръщам нагоре гланта. И человек готов двигаться вверх. И тогда той готов да се движи нагоре. То есть сначала вроде бы его поджал, потом дал, он пошел вверх, и тут же его упал. Я за счет направления управляю его движением. Проекция больших полушарий у нас выходит на кисти и на стопы. Това, което каза, значит, проекцията на двете полукълба вървят на дланите на стъпала. И куда направлена моя кисть? И на където е насочена дланта, туда е направлено движение. На там е направлено движението и съзнанието и други. Можно даже, допустим, вот идет удар. Идва удар. Я просто раз вот сюда даю, да, направление. И удар проходит мимо. Но обязательно с выдохом. Да, посока другого. Другого. Если вы не сделаете выдох, у него не включается безусловный рефлекс. Сознательно. А? Сознательный выдох. Сознательно издышивание. И тогда обязательно сознательный выдох. Именно он включает. Его безусловный рефлекс. И тогда я его ему управляю. А ако атаката е с лявата ръка, покрива с същата страна бяхме атака. Если уход снова... Наша выстроена атака, нервная система, че система не е съзнание. Нервната система така устроена. И когда я левая рука? То есть я вот это вот наработка, он уходит все равно не у меня. Освобождаю здесь эту возможную работу. То есть разница, я делаю одно движение. Левая рука, правая рука, левая нога, правая нога, разницы нет. Должно быть одно движение. Тогда вы не думаете, что делать. Какой ли чаще что-то правильно? Тогда я спасу вас, как все убрать, да. Не, не, не. Ако е левичар, дали трябва да го прави на ляво? Същото движение. Той е левичар, има по-удобно да ги прави на обратно. Как его стоят обратно? Какое движение будет? А если он левша? Да. То же самое. То же самое? То есть, ну обычная стойка, не снимаешь.